Окей. Так, первым делом идем направо. Только до восьмого мира. Так надо жить или подождать? Хорошо. По идее, сейвиться не надо, но я все равно сейвюсь. Окей. Жду Соника. Да сегодня его не будет, расслабься. Ты что? Если сегодня пройду еще четвертый, если пройду третий мир, будет хорошо. Если я еще пройду четвертый мир, вообще великолепно. Ты что, какой Соник сегодня? Соника явно сегодня не будет. После четвертого я точно закончу. Это даже никак не обсуждается. Так, ага. Ух ты, прикольно. Быстро. Так, ну по секреткам все. Так. Ну чё там, тут ещё булочка пролетает. Я не знаю, по-моему, надо... Неважно, в общем. Значит, как бы... Ну, точнее, скучная игра для тебя. Для меня она веселая. Как бы и довольно интересная. Если я играю скучную игру для тебя, значит, и я скучный. Вот. Ну, давай, удачи. Лучше бы сидел и смотрел на скучную игру, курить вредно, между прочим. Но сидел бы, смотрел на борщ и бросал бы курить. Тёкс, ладно, попробуем еще раз. Кстати, я так удачно проскочил мимо второго читамена и сдох дальше. Вот у меня буквально было все то же самое на моем том прохождении, первом, так сказать. Только я не люблю этот баг. Только я не дох дальше. Как бы я дошел дальше второго читамена. Подох в начале, потом дошел дальше второго читамена и прошел. Боже, ну что это? Вот скажи мне, пожалуйста, что это такое? Ладно, попробуем по низу пройти. О, ты глянь. Так, я не знаю, получится или нет. Но я постараюсь. Ты глянь. Так. Ух ты, да ладно. Ух, блин. По-моему, близко было. Прикольно. Вот вам и Марио. Так. ХП у Марио до хрена. Но все-таки я и правда преувеличу изи проху. Вот и вернулся. С возвращением. Я ж тебе о чем? Курить вредно. Mario,
Ух ты! Я думал, сдох. Да блин, он... Блин, дурацкий... Этот... Дурацкая черепашка. Ух, блин, я еще не, чуть не сдох опять. Блин, по-моему, черепашка у меня никогда... Так она долго еще не стреляла. Уже Марио падает, а черепашка до сих пор молоточком, блин, пуляется. Что-то не припомню. А, чё? А может, и задамажу? Не знаю. Рандомлю. Не, мне кажется, не задамажу. Не. Короче, надо черепашек переживать еще раз. Чувак, да? Как-то стрёмно было. Ой, блин. Идите нафиг. Ой, да ладно. Куда нормально было? Так, ну если я сдохну, то будет тупо. Блин, я стримлю всего 36 минут, и из них, блин, я большую часть сделал сейв, блин, для практиса. На четвертый. Ну и на третий, на всякий случай. Ну если сейчас не затуплю, то да, то изи кил. Я всякое могу сделать. Так, я ж не сел... Ну, ладно, потом. Технические моменты потом. Ух ты, блин. Хера себе. Ну, сдохнешь ты уже. Всё. Как-то, блин, аж испугался немножко. Ё-моё, я на четвертом. Что я тут делаю? Спустя всего лишь 37 минуты стрима. Так, ладно, в любом случае, сейф.